На бирже Stex и Nebula, а также в Coin Payments добавлен PerxCoin, токен от Canna SOS. Компания заявляет о выходе на 70 бирж, от которых на данный момент ожидается ответ. Токен планируется к торговле на Stex уже на этой неделе, а на Nebula торги с PerxCoin откроются в конце мая. С платформой Coin Payments заключен трехлетний договор. Так, PerxCoin будет доступен к оплате почти в 200 странах мира. Для держателей PerxCoin'ов отметим, что продолжается верификация для получения токенов. Дедлайнов компания не устанавливает. Обновления будут продолжаться до тех пор, пока все PerxCoin-холдеры не верифицируются на сайте ico.cannasos.com. Напомним, что PerxCoin – это платежное средство многоуровневой платформы каннабис-индустрии Canna SOS.